Встречайте! Так. Ну где это говно? Ну, наверное, оно тут. Бля. 13 часов. Ага. 13 часов. Нормально. 13 часов. Здорово, чат! Здорово, чат! Хватит давить жировики, блядь, они вам еще понадобятся. Эй, блядь. Смотрю на чат и понимаю, что, ебать, сегодня будет весело, по-моему. Эх, как жалко, что задержка на стриме есть, даже не порофлить. Эх, как жалко. Но я сегодня на боевом настроении, блядь, сегодня в топ-1 идем, сегодня минимум 11500 апа, минимум. Типа сегодня вообще ни одну игру не проигрываем, все выигрываем в топ-1 и все будет заебись. Тем более на старте дали йога. Что, блядь, проснулся вроде бы в 12, а по итогу что-то и песок в глазах остался, блядь, и что-то сонный. Не понимаю, что за приколы. 66% обилка устраивает, то есть меня устраивает 1-1, меня устраивает токены, но не 2-1, поэтому, наверное, я роляю. Заебись, отлично. Наверное, тогда это сейвлю, возможно, в демонов в итоге пойдем. Нет. Я даже на следующий ход могу в теории нажать обилку и в Т4 выйти, потому что у меня все еще стол будет в 2 раза сильнее обычного на этой стадии. Может быть, даже в Т4 есть смысл выйти, посмотрим сейчас. Ой, блядь, 2 нзитика, хуесос. Бля, ну хуесос с 2 нзитиками, но... Ну, пиздец. Ну это луз. Это луз, причем очень даже больно будет на урона 7 примерно. Пизда, это 9 урона, блядь. Нет, это даже больше. Нет, это 9. Я беру 3 ТИ, я делаю левела, продаю 2 и делаю обилку. Надеюсь на то, что я талант заберу с обилки. Мне нужно выходить Т4, я не могу так долго сидеть. Блин, мне кажется, я что-то какие-то слабые ходы делаю. Если честно! Никакие меня так отправляют. Наверное, на Т5 нужно будет избавиться, искать дуплет, находить какого-то брана, идти в солянку. Если придет гидра, ближайший ход 2 вместо котика поставим, будет круто. Я просто не знаю, чем играть. Получается какая-то хуета. Стража не нашли. Демонов тоже особо не нашли. Получается какой-то подбух. Бля, вот этот трейд вообще как бы отстойный. Мы все равно выиграем по статам здесь, скорее всего. Бля, эти удары, это пиздец. Я думаю, что решение в Т5 выйти прямо сейчас правильное. Мне нужно... Мне много карт устраивает. Мне нужен бран, мне нужен рыцарь, мне нужен жиробас. В таком духе. Ебать. Ебать, мертвечина ебаная. Привет. 3. Сейчас, секундочку. Бля, мертвечины играют лютые. По-моему, с такими трейдами я выиграл, да? Я выиграл. Повезло с трейдами довольно-таки. Привет, брат, дочка. В общем, сижу, смотрю твой стрим. Заходит мама, спрашивает, почему ты смотришь этого молодого человека? Потому что он хорошо играет. А я отвечаю, мама, это не самое сильное существо. Но что может делать дочка чат? Сегодня вы нахуй не... Мурлоки 6. Дали демонов, но дали брана, блять. Ну, слушайте, я не уверен, что я хочу в демонов идти здесь. Ну, прям не уверен, реально. Ну, типа, можно, конечно, блять, но это, по-моему, будет хуйнёй идеей, ну. Ну, какие демоны, ну. Не, я не успею раскрутиться уже. Таун ради даплита брать тоже не хочу. Главное, сейчас очень сильно мурлоком не проиграть. Я не знаю, что там может быть. А, блять. Хуйлан яд раскопал. Ну, в теории здесь может быть... А, нет, здесь не может быть никак вообще ничьи. Пизда, блядь. Долбоёб, яд раскопал. Ну иди нахуй, блядь. Мусорка ёбаная. Причём он ровно передо мной, блядь, нашел, получается, дуплет. И сейчас раскопал, блядь, с него яд и адаптацию. Ну хуила ебаная, анкильная.
фейка надо. Фейка не дадут, это логично. Мурлока дали на хп. Наверное, надо бать, типа, почему нет? Чисто в теории можно даже мурлоков свапнуться, но, наверное, это никогда не получится. Бля, есть инфа, что я просто не успею раскачаться. Мне нужен аргус, заргусить вот это. В идеале еще один аргус, чтобы забафать это и это, и просто потом находить пару баферов на таунт, и все, это будет аутвэлью, блять, на ход от 2. Пиздец, от дрожжегота получить 7. Ровно передо мной нашел, блять, адаптацию. Ну как так? Бля, если демона меня сейчас еще... Блять, если меня вообще в теории могут за 2 хода выкинуть, ебать, это будет обидно. Ну вообще здесь не должны проигрывать. Хотя, не, проиграем точно, там кобра есть такое. Сука, блядь. Это, блядь, это очень много урона. Просто пизда. Ну я почти вылетаю после этого файта. Охуенно поиграл. Просто 5-5-6, еще 2. Ну это почти вылет. 17, да. 18. Сейчас точно должны фейка дать. 100% должны фейка дать. Но я не думаю, что мы не откамбэкаем. А, мне не дали фейка. 100%. Все, это ГГ. Я ХЗ, я думаю, что я здесь отличу сейчас просто. Ну хотя, блядь, Джарабас чисто в теории против мехов может затащить, но что-то очень мало верится. Он не прокачанный. В итоге найс солянка получилась, блядь. В скобочках вообще полная хуета. Как же так, блядь? Ебать. Он может выиграть? Хотя тут, блядь, нет, это мех прокнул, это ГГ. Если бы не прокнул мех, наверное, выиграли бы. Типа это 24. 14. А, он не трейдится сразу, блядь. Ну все, если бабла не было бы, я выиграл бы. А так просто не переживает, правильно? Типа, ну господи, блядь, иди нахуй, животное ебаное, блядь. Ну сука, как так-то, блядь? Блядская бледина, ёбаная лобби дегенератов, конченых объёбанных, блядь. Сука, блядь, начал с топ-7, вы, блядки, ебаные, блядь. Ёбаная скильная залупня, блядь, играешь, блядь, на солянке, она вообще не играет, вообще, блядь. Спонсорами сегодняшнего видео является мой интернет-магазин Crystal Gun. Ру, заходите и покупайте, тут куча ключей и аккаунтов, все проверено, так что не сомневайтесь. Ссылка в описании. Пизда, блядь, 2 брана насыпали, нахуй, ни одного аргуса не было опять. Привет, Сукич. Я, конечно, ни на что не намекаю. Ни одного мозбафера не дали под брана, пиздец. То у вас в семье без шансов будет патриархат. По традиции чат нюхает трусы по печам. Сука, опять вы, блядь, как ебаных дали. Какого хуя вообще барминатор в той игре, блядь, мать продал за такой стол? Вообще как, блядь? 18 нанес, животное ебаное. Без жопы горит. Я думаю, что я в той игре сделал не так? Что, блядь? Что? То, что ебать, долбоёбу прокнул обновление бабла, я из этого вылетел? Круто, нахуй. Бля, как бы нахуй проебал вообще в той игре? Это ж просто пизда, блядь. Все, я в той игре камбэкал после того хода, как я нашел жирного. Все, я камбэкал, 80 хп. Любой забав на него, он царит катки, блядь. Нет, выблядки, блядь, захайролили и выебанные. Пиздец, блядь. Ебать, Калит, когда ты въебываешь, типа, все, ты находишь все, что надо, блядь, и тебе не хватает одного хода. Это ебать, как тебя калит, просто невозможно. А, тут 2 дуплета. Блядь. 2 дуплета, ебать, 6-й ход. Там все живы, нет? Здорово, Влад. После ластобного спитика от 0 до 7-ка, играя топ на демона, так легко идет. Теперь у меня такая же цель, как и у тебя. Ну, блядь, что могу сказать. Красава, красава. На демонах играют лучшие люди в мире, если что. Это что, занос? Позитив без негатива. Ой, даже заебись, наверное. Привет.
Помнишь, месяц назад я спрашивал, как выбраться с 5500 ММР, и ты мне сказал, что я помню. Допустим, помню, спасибо. На самом деле нихуя не помню. В результате сейчас у меня 7К, спасибо тебе большое. Думаю, тебе тоже следует воспользоваться твоим же советом. Спасибо. Ну куда ты, блядь, да как это за... Господи, блядь, ладно, я молчу, мне похуй. Начал опять фокусить, бля, гиену первым таргетом. Ну что я сделаю? Что? Наверное, ошибся. Вот ГН слушает Гачи, у него все хорошо. А ты как бросил это дело, так сразу одни лузы. Да. Ну, я буду сначала дуплет собирать гиены, потому что если прокнет Бран, то лучше под Браном сыграть этого чехлана, правильно? Бля, ебать, Бран Ревендер Волк. Что делать? Бля, слушайте, возможно, даже волк хуже, чем Бран. Но если мы берем волка, значит мы играем в бестов, правильно? Хотим ли мы играть в бестов? Это, блядь, вообще пиздец ролл, непонятно, что брать. Просто если я беру Брана, я могу пойти в солянку очень хорошую. Хочу ли этого вопрос? Я могу просто в бестов пойти на уверенности. У меня, в принципе, я сейчас стол, я ставлю сейчас Голдрина. На следующий делаю еще один дуплет, возможно, нахожу Ревендера и всех ебашу, правильно? Слушайте, я думаю, что Волк здесь правильным решением будет. Просто это вообще самый лучший выбор карт, которые могли предложить. Я думаю, что Волк. Ну, Волк это логично, конечно. Ну, Бран это заебись, но Волк получше. Это просто постабильнее. Плюс мы делаем сейчас заморозку, на следующий ход мы делаем... Типа левела, продажу котика, играем эту хуйню, делаем даплет, выходим в Т5. В Т5 одновременно находим топ существ, плюс Т6 находим вместо котика, скорее всего, ну, там много хороших карт. В идеале кобра, и это сетап на бестов, и все. Это, я думаю, что правильное решение. Хороший удар. Так. Бля, ебать, там опять мужик всех. Хип лок сабэш дэвил лайф. Плюс уши, кстати. А как я въебал? В смысле я проиграл, блядь? Как я только что проиграл? Ну, кобра? Мамка. Ну, мамка, очевидно. Ебать! Это точно бесты. Ну, правильно же? Это 100% бесты. Это бесты. Просто вопрос в том, что... Если мне сейчас очень много урона пронесут, я могу не дожить до бестов. Типа у меня 18 урона, если, допустим, на следующий ход меня еще ёбнут. Ну, то есть, меня сейчас могут ёбнуть и на следующий ход как-то еще зарандомить, если не дадут фейка. Вот это будет обидно. Потому что у меня такое было. Я играл, блядь, фуллстаком бестов, было два волка, был Ревендер, было все заебись, и меня зарандомили, блядь. И я вылетел в топ-4, когда должен был вообще брать изи топ-1. Бля, главное сейчас в идеале не проиграть раунд. Все, что хочу, это просто не проиграть раунд. Если не проигрываем раунд, все заебись. Бля, как не посмотрю в чат, там давят жировики чуваки, блядь. Я чисто сделал, чтобы дефляция была. Дефляция или инфляция. Я запутался что-то с этим. С этими опущенными... Ну да, блядь, да. Да. Убить отсюда, конечно, было бы круто, если он убьет его. Хорошо. Ладно, мы не проиграли, все, мы не проиграли раунд. У нас есть ХП на примерно одно-два поражения. Ну, смотря как проиграем. Ну, на одно поражение у нас точно есть ХП, это заебись. Все, мы на Т5. Сейчас найдем пару бестов, они будут пробафаны, и мы уже не проиграем. Мы бы еще фейка дадут, но маловероятно, мы выиграли раунд. Мне дали фейка и дали еще одного волка, блять. Ну, это точно занос. Все, это, наверное, победа даже здесь. Типа 1-2 взять на слияние, просто чтобы оно было с ядом, наверное, да? 5-7 ради писта, не хочу брать, лучше паролю. Охуеть! Ну все, это победа, чат. Ну, я не вижу вариантов проиграть в этой игре. С такими роллами не проигрываются игры, серьезно. Ну, это просто невозможно. Причем мы пробафаем... типа волка, который пробафан от мамки. Важно. Это важно. Он еще как бы и таунт выступает сильный, и его точно убьют. Ну все, это победа. Это нереальный хайролл. Это просто пиздец. Нам нужно вот эту картонку заменить. Возможно, заменить гиену. И все.
Ну вообще нам нужно вместо 3-2 найти просто Ревендера. И сюда найти Таунт Бабл. У нас будет, типа, ну это очень сильно. Вьят ударил. А я что-то альтапнулся, я не понял, как я въебал тот файт. Типа там вообще невозможно было проиграть. Я проиграл, блять, как? У меня удивление было. Это, кстати, ну это непонятно, я не помню, какой это ход, но на эту ману этот стол, это, ну, пиздец. Очень сильно. Даже слишком. Ну, мне, я захайролил. В той игре не повезло, потому что все типа в той игре должно было быть хорошо, меня перехайролили, в этой игре я просто захайролил, все. Такого просто в этом режиме быть не должно, что вы просто нашли какую-то одну карту и вы всех ебете. Ну, как бы это просто ненормально, блядь, что сейчас на экране творится. Хз, я просто сюда поставлю. Ну будет клиф и будет клиф. Я все равно не проиграю раунд, скорее всего. Короче, на следующий ход продаем гиену, покупаем крысу, выходим в Т6, ищем волка, ищем Ревендера и забираем топ-1 и идем next. Ревендера нашел, блядь. Бати, привет. Бомбочка убила мать. Где-то, блядь, я это уже видел. Но ничего, я сейчас трахну ее нормально. Удар говно ебаное. Ну тут без разницы победа и не вейна. Просто сам факт того, что опять бомбочку убивает мамку в первый, ну почти первый выстрел. Это как бы ненормально. Сломанная игра, сломанная. Бля, волк не умер, это хорошо, он нанесет 5 звезд. Мы тут почти выкинули ее, правильно? Это 20 урона. 18, 20. В принципе, почти одно и то же. Типа проблема, короче, я просто пытаюсь объяснить вам, что проблема баланса этого режима в том, что в нем существуют какие-то определенные ключевые карты, которые, если придут, не придут, от этого зависит игра, такого быть не должно. Типа, все должно скилл этого режима должен основываться на том, правильно выбрать существ, которые вам дают, а не пытаться нахайролить что-то, что сделает автовин. Вот, как-то так. Потому что на данном этапе, блядь, происходит так, что есть Ревендер, если вы собираете условного Т2 зотика и находите Ревендера, ну, вы непобедимые. Если вы находите Врана, блядь, под Мурлоков, вы непобедимый. Если, ну, и так можно продолжать, на самом деле, немного, но... Да, допустим, та же мамка, да, мне прокнул сейчас волк под бестов, и потом прокнула мамка. Я непобедим в этом режиме, ну, в этом конкретно лобби. Просто меня никто не выиграет, скорее всего, вообще никто. И, типа, просто такого быть не должно, это слишком, нахуй, сильно. А как это решить? Скорее всего, просто пофиксить определенный, либо процентаж прока определенных карт, либо просто их пофиксить. Я хуй знаю. Такого просто не должно быть. Ну что это, блядь? Типа, я просто нашел две карты и сношу всем по 20 урона, с кем попадаю. Такого, это ненормально. Ну, блядь, то, что на экране происходит, такого нахуй в игре не должно быть, понимаете? Не должно просто быть такого в игре. Просто не должно. Слияние мы уберем на следующий ход, скорее всего. Я просто нашел одну карту, которая мне дает возможность наносить по 20 урона всем. До этого я наносил по 5-6, потом я в 4 раза усилился. Такого нахуй быть не должно. Ревендеров все золотые, но и с таким заходом проебал чел на Мурлока. Ссылка удалена. Вчера катал на бестах, собрал золотого волка, саванну, гиену, мамку, Ревендера, все золотые с таким заходом. Ну, Мурлоки, да, Мурлоки ебут все, что хочешь. Ах ты, сучара ебаная, бля. Как так тут? А как же так-то, бля? Я сейчас проиграю раунд БТВ. Ебать, урод ебаный. Это снайпер или что? Ну куда, блядь, бьет гидра ебаная? Ну куда, блядь, куда? Ну вы видели этот удар, блядь? Чмо ебаное? Ну как так-то? Ну это ж пиздец, ну даже не смешно. Привет, опухший Владислав Сим. Я не опухший, блядь. Спасибо за стрим. Как ты? Господи, я просто ударяю худшее существо на столе, бля, и въебываю раунд из-за этого. Ну вот поэтому... Короче, молчу. Бомба убивает мамку, удары, блядь, в бабл, гидрой, да-да-да-да-да. Ну, главное не на дрожжеглота попасться. Дали дрожжеглота, чмошники, блядь. Сыграть вокруг его ебаного пыща, потому что у него был пыщ, все. А, он продал пыща, блядь. Ебать. Ну конечно, блядь. Только не мех. Хорошо. Ну слушайте, куда нам надо попасть? Не знаю. И главное, чтобы мамка сейчас не умерла. Крыса может сделать так, чтобы я не вылетел? 5. Мне нужно зачистить, чтобы остался один токен, чтобы не вылететь. 5-3. Ну мы уже не вылетим, скорее всего, правильно? А мы, кстати, даже может выиграем, ебать. Мы выиграли. Бать, мы выиграли токенами. Ну, он, типа, зафокусил гидру. Ну, видите, в итоге убрать Ревендера было
как бы правильное решение с учетом того, что у него был пыщ, но он его в итоге продал. Ну, как бы, типа, двойной мангеймс получился. Ставим. Не, подожди, или мамку продаем. Мамку продаем, ставим змеюку, продаем мамку и делаем волка еще одного. Чисто оверстатами задавить. Ну, я не уверен, что это правильно, опять же, но я играю от майндгеймса. Фу, это лютого. Ебать. Ну, хуй его знает. Еще одного это, по-моему, чересчур уже, нет? Чересчур нагло. Ну, я через майндгеймс играю, все. Я не уверен, что я правильно сделал, но попробуем. 45-28, ебать. Ну, слушайте, у нас клифф 34, который ударил, в принципе, норм. У него остается бабл 28, у нас каждый 600 рейдс. Я думаю, что я правильно сделал. Да, правильно. Хорошо. Это вин, это вин. Это вин. Это вин. Волк упал с бестом. Ну просто задавили оверстатами чела. Я думаю, что в итоге правильное решение было. Ну, мы тогда чуть-чуть проебались с майндгеймсом, но произошло так, что я его хотел за майндгеймс идти, он меня, и получилось как двояко. 33 въебал, нормально. Нормально. Топ-1. Ну, я в этой игре очень сильно захайролил. Неудивительно, что это топ-1. Ну, это очень сильный хайрол был.